Под председательством акима Жамбылской области Нуржан Нуржигитова состоялось заседание актива Курдайского района. По словам Бекзата Болотбека, по итогам 2022 года во всех отраслях экономики района сложилась положительная динамика. Валовый региональный продукт составил 215,9 миллиардов тенге. Экономический рост 129,2%. Также увеличилось налоговые поступления и заработная плата. В прошлом году в 19 сельских округах района в сферах промышленности и сельского хозяйства реализовано 38 проектов на сумму 1 миллион 652 тысячи тенге. Создано 136 рабочих мест. В этом году планируется создать 557 постоянных рабочих мест в рамках 54 проектов. За счет бюджетных средств в прошлом году осуществлено 23 проекта, создано 460 рабочих мест. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в районе составляет 9369. На сегодня для развития бизнеса выдано кредитов на общую сумму 6,8 миллиардов тенге. Создано 85 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в рамках национального проекта по развитию предпринимательства поддержка оказана по 51 проекту на сумму более чем 1,5 миллиарда тенге. На субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков выделено 981,5 миллионов тенге по 26 проектам. По инструменту гарантирования по линии АО Фонд развития предпринимательства Даму поддержаны 25 проектов на сумму 599,4 миллионов тенге. Аким области указал на то, что объем промышленной продукции в районе снизился на 7%, товарооборота на 15,4%. Расходы бюджета исполнены на 99,2%. Неосвоенные бюджетные средства в размере 242 миллионов тенге. Также глава региона раскритиковал, что в сельских округах Биткайнар, Кокпатас, Каракимер, Карасу, Ногайбай, Сартубе, Улькен, Сулутур не реализовано ни одного инвестиционного проекта. Кроме того, Нуржан Нуржигитов обратил внимание на недостатки по проектам Масарлата, Пюйсалу и Мейрум. Вы сказали, что составили план развития района по своему усмотрению и выполнили его. Но не были учтены потребности населения, поэтому многие проблемы не решаются. Необходимо пересмотреть план, учитывая потребности жителей и потенциал района, используя возможности государственных программ, инвестиционных проектов. Сельские акимы должны работать над повышением доходов сельчан. Если будут реализованы новые проекты, созданы рабочие места, мы сможем снизить приток сельской молодежи в города. Глава региона поставил неудовлетворительную оценку проделанной работе и поручил акиму района усилить работу по всем направлениям. Алтын Шонгараев, Отлиока Басаржанов, Айхан Ахпарат.